Добрый день! Все мы с вами знаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения и правил пожарной безопасности. Но ведь на этом список правил, оберегающих нашу с вами жизнь, не заканчивается. И сегодня мы с вами поговорим об электробезопасности, правилах, которые должны соблюдать и дети, и взрослые. Обычно домашние правила по электробезопасности ограничиваются для детей лишь одной формулировкой. Нельзя совать какие-либо предметы или свои пальцы в розетки. Но ведь электричество окружает нас в буквальном смысле этого слова. Если проследить местоположение электропроводов и электроприборов в нашем доме или квартире, повсюду. Причем не только в зданиях, но и на улицах. И безобидные с виду провода способны в одно мгновение убить любого, и взрослого, и ребенка. Конечно, не везде есть железнодорожные вокзалы и железная дорога, но на всякий случай запомните, что провода, которые расположены над железнодорожными путями, тоже электрические. Причем еще более опасные, чем обычные провода вдоль улиц. Поэтому, как бы кому не хотелось сделать селфи верхом на вагоне, или похвастаться друзьям, что он способен оседлать поезд, или стать зацепером, или прыгнуть с крыши вагона метро в реку, когда поезд метро проходит по мосту. Он должен твердо помнить об опасности и никогда не совершать таких поступков. Но на этом, как вы понимаете, правила электробезопасности не заканчиваются. Вы должны усвоить, что нельзя играть вблизи энергообъектов и линий электропередач. Нельзя взбираться на опоры линий электропередач. Нельзя трогать висящий или лежащий электрический провод и приближаться к нему ближе, чем на 8-12 метров. Нельзя проникать на территорию подстанций, открывать двери электроустановок и электрощитов. Нельзя разбивать изоляторы, набрасывать на провода посторонние предметы. Нельзя тянуть вилку из розетки за провод, так как можно оборвать этот провод или вытащить вилку вместе с розеткой из стены. Нельзя браться за провод бытовых электроприборов мокрыми руками. Нельзя использовать электроприборы рядом с водой. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами и разбирать их включенными в сеть. Нужно помнить, что электроприборы могут ударить током или стать причиной пожара. Отправляясь на рыбалку или на шашлыки на природу, не забудьте сориентироваться с расположением электрических столбов, ведь нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи. Нельзя находиться во время грозы вблизи линий электропередачи и тем более разводить костры под проводами. Большую опасность представляют провода воздушных линий, упавшие при обрывах на металлические сооружения,
такие как заборы, ограды и так далее, а также на любые токопроводящие предметы. Недопустимо приближаться к таким сооружениям и предметам, а тем более прикасаться к ним. Также опасность представляют провода воздушных линий, упавшие при обрывах в крону деревьев. Не приближайтесь и не прикасайтесь к таким деревьям, особенно в сырую погоду. Они могут проводить электрический ток. Еще раз в конце напоминаю о важности соблюдения правил электробезопасности, ведь от этого зависит не только ваше здоровье, но и даже ваша жизнь. На сегодня все. Не забывайте заходить на мой канал, продолжайте изучать основы радиоэлектроники и соблюдайте при этом технику безопасности. А пока до свидания, до новых встреч!